Продолжаем выпуск. С 1 января автолюбителям стала доступна процедура онлайн урегулирования страховых случаев при ДТП. Упрощенный порядок получения выплаты, известный как Европротокол. Нововведением уже воспользовались больше 1000 человек. Новый год – новые правила. Теперь водители могут несущественное ДТП оформить по Европротоколу, не вызывая полицию и страховых комиссаров. Достаточно скачать приложение на телефон и оформить заявку, при этом выявив между собой виновника аварии. Далее указывайте примерную сумму ущерба, который сверяется страховым агентством. При согласовании средства падают вам на счет в течение 2 недель, а не как раньше, когда нужно было ждать больше 3 месяцев. В ДТП должны участвовать 2 транспортных средства. Не должно быть пострадавших лиц, не должно быть пострадавших объектов, третьих, а также сумма ущерба не должно превышать 100 МРП. По данным Первого кредитного бюро, к страховщикам поступили более 1000 заявок по Европротоколу. 60% обращений отклонены самими автомобилистами. Видимо, тестируют новшество. 6 участникам ДТП уже присвоили статус «Зарегистрировано». Значит, оба участника поставили свои подписи, и декларация была направлена в единую страховую базу данных. И если участники ДТП его оформили в соответствующем мобильном приложении, которое разработал фонд гарантирования страховых выплат, и разъедутся, то согласно действующему законодательству людям ничего не будет. То есть закон предусматривает, что никакой административной ответственности здесь нет. Европротокол существенно снижает нагрузку на дорожную полицию и суды. В отличие от множества других стран, где используют данную систему, в Казахстане Европротокол полностью проходит в онлайн-режиме, без бумажных волокит. Елеман Раймбеков, Сергей Шуйский, Информбюро.